Добрый день! Сегодня мы сделаем с вами простой тортик-муравейник. Для этого нам понадобится тесто песочное 500 грамм, орехи грецкие 100 грамм, шоколад, пачка сливочного масла для крема и банка сгущенки также для крема. Для начала тесто мы охладим в холодильнике и перекрутим его через мясорубку. Наше тесто мы выложили на противень. И теперь его отправляем в духовку на температуру 180 градусов примерно на 20 минут. Теперь можно заняться кремом. Сливочное масло должно быть мягкой комнатной температуры. Сгущенку добавляем постепенно, чтобы проще было смешать. 3-4 захода. Тогда будет смешиваться гораздо проще и легче. Наш крем готов. Полностью перемешан, промешан хорошенечко. И пока мы его отставляем в сторону. Наш корж выпекся. Даем ему полностью остыть. Наше печенье полностью остыло. Добавляем в него крем. И хорошенько-хорошенько перемешиваем. Мы все тщательно перемешали, теперь начинаем формировать сам тортик. Тортик нужно формировать уже на той тарелке, на которой вы будете его подавать к столу. Мы сформировали наш муравейничек. Сверху посыпаем грецкими орехами. Обильненько, так щедренько. И в завершение тертым шоколадом. Муравейнику обязательно нужно дать настояться хотя бы часов 10, чтобы он пропитался. И можно подавать к столу. Приятного аппетита! Пока-пока! И еще немножко тортика напоследок.